Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Дорогие мои, никак я не могла пройти мимо такого воплощения строгой симметрии и гармонии. Вот джемпер так и просится на спицы. А из пряжи, которую я сегодня вам представлю, вязать его, ну, как говорится, сам Бог велел связать. Настолько вот он милый, какой-то очаровательный, и так просто, но весьма эффектно смотрится, что, согласитесь, свяжет его даже мастерица, имеющая небольшой опыт. И в то же время он очень красивый. На летний период он просто идеальный такой, на любой возраст, на любой размер будет очень хорошо смотреться. И ромбы, они не особо такие крупные, да? Ну, в общем, девочки, я считаю, что этот джемпер не помешает в вашем гардеробе и свяжется к тому же очень легко и просто. Схему узора я нарисовала. Давайте с вами полистаем. У нас тут можно его рассмотреть в разных расцветках. Вот в темном джинсовом варианте очень хорошо смотрится, согласитесь, правда? Вот, ну, V-образный вырез, то есть это у нас как бы пуловер, да, имейте это в виду. Можно обычный вырез связать. На всех фотографиях эти милые девушки-манекенщицы, они постоянно, видите, у нас плечик так сексуально свое представляет, да. Вот в белом варианте то же самое, да. Ну что ж, для молодежи вполне. Ну, а дамам посолиднее вот этот V-образный вырез, особенно если у вас размер такой больше 50, туда глубже пошел, да, то это вообще очень визуально будет стройнить, бедра уменьшать. Это вообще очень хорошо. То есть, девочки, смотрите, выбирайте себе цвет. И вот в сером мне больше всего понравилось. Я именно серую пряжу сегодня вам представлю для вязания образца. Давайте полистаем, приблизим модель. Ну, собственно, что здесь приближать? Смотрите, если по спинке, вот как хорошо он смотрится, такой, знаете, свободный крой у нас, спущенный рукавчик, да, то есть такая классика, все детали вяжутся раздельно. Смотрим. Вот у нас здесь плечо идет. Ну, в общем-то, обычный, очень классический вариант. Вот у нас идет, видите, да, спинка. Особо тут нечем показывать, рассказывать. Здесь идет небольшая планка по вырезу горловины. Обратите внимание, вырез можно вывязывать, то есть сделать его такой закругленный, либо по прямой закрыть. И так будет приемлемо. Выбирайте, девочки, для себя вариант. Я сделаю закругленный вырез в своем описании. Мы будем сегодня с вами составлять описание на размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Вот такие варианты мы сегодня с вами рассмотрим. Составим полнейшую инструкцию по вязанию этой модели. От самого начала выбора пряжи до окончательных расчетов и составления подробнейшей инструкции, где прописаны будут все ваши действия. Эту инструкцию я всегда выкладываю под видео. И в своих расчетных в своей расчетной части я вам подробно рассказываю последствия выполнения действий и обосновываю каждую цифру инструкции. То есть откуда эти цифры взялись, в расчетной части я поясняю, как считать. Итак, милые дорогие мои, приступаем к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. Их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого джемпера я предлагаю пряжу Alize Cotton Baby Soft. Пряжа турецкого производства. 50% у нее хлопок, 50% акрил. Цвет у меня используется серый 344.
Метраж 100 грамм 270 метров. Пряжа очень хорошего качества. Она очень похожа на вискозовую такую нить. Знаете, у нее не такой характерный шелковистый блеск. Вот. И, в общем-то, то, что она нежная, это просто ничего не сказать. Вот таким образом смотрится у нас с вами, девочки, полотно. Шикарно. Посмотрите, как она шикарно смотрится. Просто богатейший вид образца получается, согласитесь. Шелковистый, нежный, очень красивый, такой строго симметричный, весьма-весьма привлекательный вариант для вязания красивого пуловера или джемпера, правильно? В качестве... да, про спицы. Спицы у меня 3,5 используются. Теперь хотела бы показать вам цвет, который можно выбрать для вязания данного такого весенне-летнего джемпера. Посмотрите, у меня, конечно, здесь небольшой вариант. Могу вам предложить вот такие цвета. Если вы зайдете на сайт любого интернет-магазина, который продает пряжу, там, конечно, палитра будет значительно богаче, чем я вам показываю. Но просто я говорю, что качество ниточки просто шикарнейшее. Просто шикарнейшее, нежное, мягкое и шелковистое пряжа получается. Далее, в качестве еще одной альтернативы попадете в плотность, будет пряжа этой же фирмы Alize, но Cotton Gold. Смотрите, девочки, здесь в 100 грамм 330 метров, то есть она как бы потоньше, но на самом деле, девочки, она, вот я вам показываю, две ниточки, они одинаковой толщины, на самом деле. Я не могу этого объяснить. Видно, какая-то другая обработка. Поэтому такой расход более экономный. Ну и вот белый цвет могу вам предложить. Alize Cotton Gold. И тот самый, который вы видели на модели. Такого джинсового, темно-джинсового оттенка. Давайте я вас проконсультирую по поводу цвета. Значит, джинсовый цвет у нас 374. Ну и белый цвет у нас 55. Вот. Так что, мои дорогие, выбирайте все, что вам нужно для себя, под себя. Свой цвет любимый выбирайте. Ну, серый такой нейтральный цвет, считаю, такой, знаете, практичный, в то же время нарядный. Так, ну а сейчас смотрим схему узора. Итак, вот так у нас выглядит с вами схема, девочки. 18 петель ширина у нас узора, мотива, и 30 рядов в высоту занимает этот ромб. Условное обозначение у нас лицевая гладь здесь используется, то есть и вертикальная черточка, и пустая клеточка – это лицевая петля. У нас есть прямоугольные треугольнички, которые обозначают вот эти треугольнички, две вместе лицевой с наклоном вправо, эти две вместе лицевой с наклоном влево. Ну и традиционно у нас кружочек – это накид. Вот. Далее давайте посмотрим, вот такая у нас будет с вами выкройка. Все размеры я рисую и объясняю. Ширину, высоту в расчетной части. Здесь конструктивно вы видите и ставите свои размеры. Если будете менять, конечно же, пожалуйста, ставьте. Очень удобно сохранить, потом распечатать и поставить свои размеры или повторить контуры этой выкройки. У нас будет с вами все детали вязаться раздельно, спущенные плечом, как видите, да. В общем, вот такой вот вариант. И у нас с вами будет составляться описание, которое я выкладываю под видео. Вот так оно выглядит. Размеры я уже озвучивала сегодня. И мы с вами будем начинать спицами номер 3 для резинки и вязать основное полотно спицами 3,5. Вот, вся эта инструкция будет выложена под видео. Почитайте, девочки, все там будет. Я это читать сейчас не стану. Я и так сегодня много очень времени буду уделять именно расчетам. Приступаем к вязанию образца узора.
Для вязания образца я набрала 39 петель. У меня два раппорта вяжутся. Одна петля крайне левая вяжется для симметрии и две кромочные соответственно. Вяжем первый ряд. Первая петля у нас идет кромочная. И начинаем вязать. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее идут лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 лицевых. Далее мы вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. И все, на этом раппорт заканчивается. И начинается второй раппорт. Начинается он опять лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее опять идут 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, и второй раппорт связали. За раппортом у нас одна лицевая для симметрии была, я говорила про нее, крайне левая, и кромочную мы вяжем изнаночной. Переворачиваем, все четные ряды у нас являются изнаночными, и мы их вяжем изнаночными петельками. Вяжем третий ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, раппорт связан. Второй раппорт вяжем. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова 11 лицевых. Две вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Второй раппорт связан. Одна лицевая для симметрии и кромочная изнаночная. Связали. И четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Пятый ряд. Кромочная. 3 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. Все, связали. Раппорт полностью. Второй раппорт я показывать не стану. Он вяжется абсолютно так же, самостоятельно. Так, у нас с вами седьмой ряд. Седьмой ряд. Вяжем следующим образом. Лицевая, кромочная. И далее у нас идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И у нас с вами 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Все, полностью связан раппорт. Второй раппорт самостоятельно повторяем. Девятый ряд вяжем следующим образом. Кромочная. И далее у нас идут с вами 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево,
5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Полностью связан раппорт узора. Повторяем второй раппорт самостоятельно. 11 ряд. Вяжем следующим образом. У нас с вами 7 первых лицевых в раппорте. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Далее вяжем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем самостоятельно. Начинаем, девочки, как я сказала, 6 лицевых. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 5 лицевых. И еще одна для симметрии лицевая. Довязываем самостоятельно. 13 ряд. Вяжем 7 лицевых первых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. Второй раппорт можно связать самостоятельно также. Итак, у нас с вами 15 ряд. Вяжем. 1, лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, делаем накид, 3 вместе вяжем 1 лицевой с выделением центральной петли. 1, 2 петельки надо поменять местами. Первая у меня будет за работой, а вторая перед работой. Вот таким образом я их поменяла и все 3 провязала 1 лицевой. И делаем еще один накид и вяжем с вами лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 получается лицевых. И далее идет повтор раппорта. Снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 накид. 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Накид. И снова 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 лицевых раппорта. Для симметрии 1 лицевая, крайняя у нас идет левая, и кромочная, изнаночная. 16 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Вяжем 17 ряд узора. Кромочная, раппорт вяжем. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый раппорт связан, второй также вяжем. Первые 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. Связали. В 18 ряду вяжем все петли изнаночные. Так, 19 ряд у нас с вами.
вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Точно такой же вяжется соседний раппорт. Но уж я его больше показывать не буду, чтобы не загружать видео. Точно так же он начинает с 6 лицевых и все повторяется. 21 ряд. Кромочная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем у нас тут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт связан. Такой же раппорт повторяем самостоятельно. 23 ряд. Вяжем. Кромочная. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. И раппорт связан. Повтор раппорта такой же. 25 ряд у нас. Вяжем первые 3 лицевые. 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 лицевые. Раппорт полностью связан. Повторяем раппорт. 27 ряд. Вяжем. Кромочная. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И вяжем лицевые петельки. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Раппорт связан. Точно такой же раппорт. Повторяем. 29 ряд. Вяжем следующим образом. Кромочная. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И далее 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Все, на этом раппорт заканчивается. И идет повтор раппорта. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, и снова 13 лицевых. То есть вяжем, девочки, самостоятельно до конца. Таким образом, у нас полностью связан раппорт, который состоит из 30 рядов, и вот такой очаровательный ромб у нас с вами формируется. Далее идет повтор с первого ряда, повторение рядов, да? Так, сейчас нам надо сделать влажную тепловую обработку образца. Итак, делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром отдаем наш с вами образец. Становится влажным и податливым. Нам надо его с вами хорошенько потянуть в разные стороны. По вертикали, по горизонтали. Нам надо с вами вот эти края загинающиеся тоже расправить, поскольку у нас с вами кромочные будут участвовать
в расчете плотности. Точно так же делаем вторую часть. Так, а теперь наш образец должен высохнуть. Хорошенько, пусть в таком расправленном виде сохнет. Итак, девочки, наш образец с вами высох. Вот так он сейчас хорошо и классно смотрится, очень ровненько связан. Берем линеечку и измеряем ширину нашего образца. Так, у меня получается ровно 19 сантиметров. У нас с вами в образце использовалось 39 петель. Мы 39 разделим на 19 сантиметров. Получается плотность по горизонтали 2. То есть в одном сантиметре 2 петли. И эти цифры мы сейчас запишем. В одном сантиметре 2 петли. Так, теперь по вертикали также мы делаем. Смотрите, берем линеечку и измеряем высоту образца. Так, у меня 18 сантиметров. И давайте посчитаем, сколько рядов связано в образце. Девочки, у меня связано 45 рядов. И я разделю на 18 сантиметров это число. У меня получится плотность 2,5. И мы запишем, что у нас с вами по вертикали в одном сантиметре 2,5 ряда. Эти цифры будем сейчас использовать в расчетах. Итак, мы сегодня будем с вами составлять описание для размеров 42-44 с шириной спинки переда 48 сантиметров. Для размера 46-48 с шириной спинки 55,5 сантиметров. И для размера 50-52 с шириной спинки 59,5 сантиметров. То есть у нас здесь довольно свободное облегание рассчитывается. Так, и наша плотность с вами по горизонтали мы только что считали. В одном сантиметре 2 петли. Мы умножаем нашу ширину, первый размер 48, умножаем на 2, ну будет 96. Но нам для того, чтобы получилось красивое расположение узоров, нужно нечетное число. Поэтому я пишу 95. Петель. И в этих 95 петлях у нас умещается с вами 5 раппортов по 18 петель, которые мы с вами вязали. Одну петлю мы для симметрии делаем, 2 кромочные, и не хватает еще 2 петель, которые я предлагаю симметрично добавить справа и слева по одной лицевой, справа по одной лицевой слева. Вы также по аналогии можете добавить сюда любое количество лицевых петель симметричное. Здесь, конечно, изменится тоже общее число. Ну, чтобы расширить, например, может быть, кто-то хочет там 50 сантиметров, да, спинку. То есть это по желанию, по на любителя, да. Имейте в виду, 5 раппортов у вас умещается. И еще дополнительно идет петля симметрия, кромочные 2. И 2 лицевые. Для второго размера у нас четко 6 раппортов по 18 петель. Вот я нарисовала, девочки, смотрите. 6 раппортов по 18 петель. 1 петля крайне левая для симметрии лицевая, ну и 2 кромочные. В сумме дает 111 петель. Здесь прям идеально. 46-48 идеально вписались. И для третьего размера 119 петель понадобится. Также будет 6 раппортов, 1 петля. Так, и здесь у нас получается 6, девочки, раппортов. Смотрите. Значит, 7 петель, 8 петель нам сюда надо будет добавить дополнительных. И расположение узоров будет такое же. То есть 6 раппортов, петля для симметрии, 2 кромочные. Но эти 8 петель... Нам надо будет добавить 4 лицевые справа, 4 лицевые слева. То есть вы начинаете 4 лицевые справа, затем у вас идут 6 раппортов по 18 петель подряд. И здесь у вас получится, значит,
ну, можно сказать, объединяем эти две лицевые, 5 лицевых и кромочная. Понятно, да? Все. В сумме это будет 119 петель. Теперь смотрим далее. Общую длину изделия я беру 60 сантиметров на все размеры. Мерка очень сугубо индивидуальная, пожалуйста, ее под себя корректируйте. При моем вот это, при моей длине у меня получается, значит, на определенной высоте, которую я сейчас не помню, но в описании она есть в инструкции. Эту высоту я умножаю на вертикальную плотность в одном сантиметре, 2,5 ряда у нас мы считали только что. Вот, и получаю то количество рядов, которое получается у нас. Обязательно не игнорируйте это правило. Когда будете вязать, обязательно, девочки, измеряйте, считайте ряды. То есть ряды обязательно считайте, чтобы вот у вас расчетность совпала с тем, что у вас будет на полотне. Не надо ничего мерить сантиметрами, это в корень неправильно. После стирки изделие вытянется, и все ваши сантиметры окажутся ложными. А вот ряды с правильно рассчитанной плотностью окажутся именно той длины, дадут вам полотно, которое вы планировали изначально. У нас с вами скос плеча составляет 4 сантиметра в высоту, и это я тоже перевела сразу в ряды, 10 рядов. На вырез горловины. Смотрите, в оригинале у нас вот это вот закругление по вырезу нет. Там все по прямой идет, вот так. То есть вы закрываете разом, одним разом, все вот эти петли, которые я сейчас вам озвучу, 39, 41 и 43 петли. 39 петель я получила путем умножения 19,5 сантиметров ширину, ширины нашего выреза на плотность по горизонтали 2. Ну и на другие размеры я увеличила на 2 петли, 41 для второго размера, 43 петли для третьего размера. Это общее по ширине, сколько петель приходится на вырез. Теперь, сколько петель приведется на плечо, получается путем разницы из общей суммы, да, вот этой вот цифры по вырезу, получается петли плеч, которые мы делим симметрично на 2. Это 28, 35, 38 петель. Дальше, вырез горловины переда. У нас V-образный. Я сделала его не большой, то есть не совсем такой прям длинный, глубокий. У меня 20 сантиметров общая высота. И сразу тоже перевела в ряды. Это 50 рядов. 20 на 2,5, 50 рядов. И мы будем с вами убавлять здесь равномерно. Получается в каждом втором ряду 19, 20 и 21 петлю. Это по размерам, по нашим. Вот, вяжутся обе эти части раздельно, то есть вначале вяжется одну половинку переда, потом вторую половинку переда. Здесь идет закрытие петель в каждом втором ряду. И, понимаете, по сути, здесь закрытие петель идет в каждом втором и третьем ряду. То есть если вы будете чередовать, но на практике, как правило, это очень неудобно. Я вам рекомендую в каждом втором, девочки, либо лицевом, либо изнаночном ряду закрыть эти петли, а далее по прямой просто связать на нужную высоту. Конечно же, она должна совпасть с высотой спинки, согласитесь. Но я не стала уже, знаете, такие моменты говорить, что мы начинаем снизу вверх вязать, это и так очевидно, да, что у нас тут нижняя планка вяжется резиночкой. Один на один. Все это есть в инструкции под видео. Читайте там внимательно. И про рукав. У нас здесь будет формироваться с вами скос рукава. И я сейчас подробно расскажу, как его рассчитать. Смотрите, девочки, по низу мы набираем для резиночки 1 на 1 43, 45, 47 петель. Ну и вяжем эту резиночку. Затем в последнем изнаночном ряду добираем до 57 петель на все размеры. И у нас с вами узор будет располагаться как 3 раппорта подряд по 18 петель.
Одна петля лицевая для симметрии, ну и две кромочные, соответственно, да? Вот. Теперь по скосу. Смотрите, для того, чтобы посчитать скос, нам прежде всего, конечно, надо определить, сколько петель в самой широкой части рукавчика. Но для этого достаточно, вот высота проймы у меня здесь определена. Первый размер 20 сантиметров, второй 21 и третий 22 сантиметра. Я умножаю это все на 2, то есть удваиваю размер рукава и умножаю на плотность еще 2. Получается, петли должно тоже быть нечетное число. 81, 83, 87 у меня получается. И затем, на примере первого размера, 81, отнять 57. Смотрите, значит, в широкой части 81, отнять 57. Получаем 24, делим на 2 скоса, получаем 12 петель на каждый скос. Вот. То есть мы будем прибавки делать по скосу, 12 петель. Прибавки будем делать в каждом восьмом ряду. Рассчитывал следующим образом. У меня общая высота рукава 46 сантиметров. Это тоже очень индивидуальная мерка. Пожалуйста, ее откорректируйте под свой рост, под свое желание. Вот. И в таком случае у меня высота скоса, то есть планку вычитаем, и получается 40 сантиметров высота скоса нашего. И сразу перевожу в ряды, это будет 100 рядов, то есть 40 на плотность по вертикали 2,5 умножить, будет 100 рядов. И 100 разделить на 12, получается в каждом восьмом ряду идет прибавка. 12 раз, 12 петель. Справа, слева прибавки делаются одновременно и равномерно. Ну, для второго размера 13 петель, для третьего 15 петель будем прибавлять. Ну и тут получается второй размер в каждом седьмом и третий размер в каждом шестом ряду 15 петель. Все. И затем достигаете 40 сантиметров 100 рядов и закрываете петли все одним разом. Затем идет сборка. По планочке я рекомендую на круговые спицы набрать, знаете, такую чисто импровизированную планочку сделать, 1 сантиметр всего. Тоже резиночкой 1 на 1 связать. Вот здесь в уголку, в углу в нашем остром, 3 петли вяжите вместе с выделением центральной петли одной. Вот, чтобы получался этот вот V-образный вырез. Все, мои дорогие, все подробности читайте в инструкции под видео в виде текста. Я с вами сейчас заканчиваю этот расчет. Желаю вам удачи. До новых встреч!